Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, и у меня информация по поводу того, как вы можете получить 1000 золота за всего лишь 22 цента. Да, ребят, вы не ослышались, не за полтора доллара, не за доллар и даже не за 50 центов, а именно за 22 цента. И поможет вам в этом Т1Е6. Данную машинку, ребят, вы можете продать за 750 голды. Кто-то скажет, у меня нет данной машины, или она есть у меня, но я не хочу ее продавать. Сейчас я вам расскажу, каким образом можно данную машину получить за 22 цента и обналичить, и получить с нее 1000 голды. У вас должен быть Steam. Многие пишут мне в комментариях, когда я ссылаюсь на Steam, по поводу того, что а нахрена мне Steam, если я играю с телефоном? Ну, братва, смотрите, дело такое, каждому свое, я себе поставил и Wargaming Game Center, и Steam, и на телефоне захожу, и на планшете захожу. Короче говоря, было бы желание, и если есть, безусловно, возможность. Говорю для тех, у кого есть персональные компьютеры либо ноутбуки, и вы готовы на него поставить себе Steam, если ранее вы этого не делали. Итак, устанавливаете себе Steam, находите игру, устанавливаете ее, и когда установили себе World of Tanks Blitz, заходите в нее, заходите в дополнительный контент. Когда вы заходите в дополнительный контент, вы получаете информацию о тех предложениях, которые сейчас есть. Нажимаете все продукты, и они выпадают у вас в виде списка. И как вы видели... Изначально по названию видео речь идет не только о том, что вы можете забрать себе этот набор за 22 цента, а здесь вообще полно классных жирных предложений, которые будут действительны до 23 марта. Поэтому, ребят, обратите внимание, допустим, Type 64 с вот тем нашумевшим моим видосом, который проскользнул у меня по поводу приказа, из которого можно получить 5 мистических контейнеров и еще какой-то халявки, вы можете приобрести себе за 2 доллара, ребят. Как оказалось, данный наборчик мне прислали в подарок, я уже нашел, в кавычках говоря, виновника торжества и крайне-крайне благодарен Димке Фомину за то, что он отправил мне данный подарок. Спасибо большое, ну и поднял до небес ажиотаж под моими видео. Теперь, что касается других наборов, допустим, ту же самую Матильдочку вы можете приобрести себе сейчас в Стиме, но я бы сказал практически задарма. Вы можете взять себе, допустим, тот же самый ДВ-2, который тоже потом продадите, и вы можете приобрести себе его всего лишь за 3 доллара. И поверьте, это очень выгодное предложение. Вы можете взять себе набор с 7 днями, простите, према, 500 единиц золота, 500 тысяч кредитов и по 50 редких бустеров, и это все вам обойдется, ну, грубо говоря, в 2 бакса. Согласитесь, ценники очень классные. Что касается набора с ФЦМом, это вообще просто красота, потому что здесь вы получаете 100 эпических бустеров ФЦМ 8 уровня, 30 дней прем-аккаунта и 1 000 000 серебра. Ребят, это действительно круто, вы еще и получаете камуфляжики графит. И за все вы отдадите, ни много ни мало, всего лишь 4 бакса. Ребят, это действительно очень выгодное предложение. И да, к слову, тех, кто захочет писать комментарии по поводу того, что я топлю за Steam. Steam меня не спонсирует. Я не рекламирую Steam. Я делюсь с вами новостями и информацией, где можно, ребят, получить что-то по выгодным ценникам. Не более того. Если я найду какую-то другую платформу, на которой тоже будет выгодно, я обязательно об этом сообщу, даже если к этой платформе я не имею прямого отношения. И, как я уже сказал, данная платформа мне никто. Так вот, ребят, что касается вот этого набора, тоже очень жирный наборчик. Вы можете взять себе за, в принципе, галиму за 1 доллар, не полный. Вы можете взять себе STRV-74A2, на него обзор у меня есть, ровно как и на другие машины из этого списка. И тут тоже офигенное количество всякой дребедени, которую вы можете себе получить. Короче говоря, заходите, ознакомливаетесь и видите, что здесь вы получаете не 30 дней прем-аккаунта, 10 сертификатов на редкие камуфляжи графит, 1 лям кредитов, по 100 редких бустеров разного вида, аватар получаете, шлемов. Короче говоря, ребят, жирдосное предложение, но мы доходим с вами до 2 жирных предложений. Первое, то, что вы можете забрать абсолютно бесплатно. Если вы в Steam не заходили и здесь ничего не брали, то можете себе загрузить вот это вот. Вы получаете абсолютно на халяву, полностью, ничего не платя, ни одного цента. Просто зарегались в Steam и, соответственно... Забрали себе 3 дня прем-аккаунтом. В наше время, когда с прем-аккаунтами у нас реально проблема, их очень сложно найти, 3 дня према, по-моему, очень даже клево получить тупо на халяву. Ну и что касается того, о чем я говорил,
1000 золота за Т1Е6. Вот это предложение. Если вам Т1Е6 не нужен, давайте посмотрим. Вы можете купить данный набор себе всего лишь, ребят, за 0,22 доллара. За 22 цента я переводил по своему курсу. Возможно, у вас будет другой немножечко ценник, но в целом смысл будет тот же самый. За эти деньги вы получаете всего лишь за 22 цента 250 единиц золота. Вы сразу получаете, как только получаете набор. 3 дня прем-аккаунта. 100 тысяч кредитов. Я не могу сказать, что это много, но все же хорошо, спасибо. 25 резких бустеров разных видов. Аватар, шлемофон. И главное, вы получаете себе машину, про которую я говорил, Т1Е6. И Т1Е6, как я говорил, вы можете продать за 750 золота. Таким образом, получается, что вы за 22 цента получаете косарь голды, 3 дня према, 100 тысяч кредитов и по 25 бустеров, плюс еще шлемофон, если вы любитель аватара. Вот такое вот предложение есть, и многие другие предложения есть в Steam. Соответственно, ребят, заходите, ну и приобретайте, если можете, или хотя бы заберите халяву. Теперь, что касается приобретения, сразу введу ясность. Вы должны сделать следующее. Вам необходимо установить себе игру, как я делаю, для того, чтобы гарантированно получить покупку. Я установил себе Steam, в Steam установил себе игру. Сначала я с рабочего стола, там, где у меня есть ярлык на игру, запускаю игру именно через Steam. Она у меня запускается вот в таком вот стандартном абсолютно виде, то есть она не чем не отличается от чего-либо другого. Единственное, что вы здесь еще видите предложение за Real Money, которые вы можете покупать, тоже пользуясь аккаунтом Steam. Как вы видите, здесь есть и за баксы, и за голду. Устанавливаете себе игру, запускаете ее, сворачиваете, запускаете себе Steam, заходите в Steam, совершаете покупку. Как совершить покупку, я думаю, все догадаются. Вы просто заходите в набор, нажимаете «Загрузить», вот здесь нажимаете «В корзину», оно вам загружается, и потом нажимаете «Играть». У вас автоматически открывается ваша игра. Ну и, соответственно, ребят, после того, как игра открывается, в течение, я бы не сказал, что прям точного времени какого-то, но где-то ориентировочно... как мне известно, где-то от часу до 3 может даже занимать. Ну а порой просто за 10 минут залетает ваше приобретение. По крайней мере, вот халява, которую я забирал, она мне залетела в течение 25 минут. Поэтому, ребятки, забегайте в Steam, у кого нет, устанавливайте. Ну, кто не может установить, ребят, я не миллион голды, всем выгоден быть не могу. Ну и, соответственно, быть полезен и... скажем так, приятно воспринимаем. Поэтому, если у вас есть что уточнить, обязательно пишите. Ну, а если вы хотите мне хамануть, потому что у вас нет стима, ну, ребят, не я в этом виноват. На данный момент у меня все. Всех благ, всего хорошего. Мира вам, друзья мои. И обязательно спокойствия. Пока-пока.